Комсомольске на Амуре стала фигуранткой уголовного дела Юлия Цветкова, режиссер местного театра «Мирак», который прославился скандальной ЛГБТ-постановкой, в которой принимали участие несовершеннолетние актеры. Однако 26-летняя комсомольчанка сделалась участником следственных действий по другому поводу. Позиционирующая себя как просветительница в половых вопросах, феминистка подозревается в распространении порнографических материалов. Оперативники встретили ее у поезда, на котором она приехала из Хабаровска, куда прилетела из Питера. Там девушка принимала участие в фестивале феминистского театра, кино и перформанса «Ребра Евы». Она также побывала и в Москве на мероприятии, организованном ЛГБТ-сообществом. Оперативники подвезли комсомольчанку до отдела, где ее известили о том, что теперь она является подозреваемой в уголовном деле, возбужденном по факту распространения порноматериалов с использованием интернета. Помимо руководства феминистическим сообществом, девушка ведет в одной из социальных сетей страницу с говорящим самим за себя названием «Монологи вагины». Судя по обращению в заглавии постов, публикации призваны снять табу с женской физиологии. Собственно, изображения в ленте и представляли собой те изображения, которые правоохранители сочли порнографическими. При этом в полиции говорят, что в числе 312 подписчиков были несовершеннолетние. По такому обвинению администратору группы грозит от 2 до 6 лет колонии. По месту жительства и работы активистки прошли обыски. В полиции не стали комментировать их результаты, однако сообщили, что от дачи показаний фигурантка отказалась, сославшись на 51-ю статью Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя и близких. С места происшествия Юлия Зима и Павел Рогатин.